Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем лепить цветы, нарциссы и тюльпаны для нашей вазочки. Для нарцисса нам понадобится желтый цвет и белый. Тщательно разминаем. Когда уже размяли, нам с вами надо сделать вот такой овальчик. Его скрутить. Берем стык. Соединяем здесь все вместе. Берем белый цвет. Будем делать лепесточки. Катаем овальчик. Придавили его. И вот так по кругу делаем. Вот, вот так вот по кругу я сделал лепесточки. И вот как он выглядит. Теперь нам надо сделать стебелек. Катаем овальчик. Стараемся его сделать ровненьким. Я сейчас показываю в более увеличенном виде, чтобы вам было понятно, как это сделать. Взяли вот так, прикрепили. Вот. Можно еще по бокам сделать листики. Тоже овальчик берем, делаем. Прижимаем его потом. И вот сюда вот так, оп. Вот такой у нас нарцисс получился. Сейчас мы с вами будем лепить тюльпаны. Тщательно размяли пластилин. Берем, делаем овальчик, скручиваем его, потом мы здесь будем сейчас делать лепесточки на нем. По кругу также их делаем. Один на один накладываем рядом. Стараемся, чтобы кончики были примерно одинаковы. Вот по кругу так сделали. Теперь можно сделать уже стебелек. Берем зеленый цвет. Стараемся делать его ровненьким. Теперь листик.
Вот. Как примерно он должен выглядеть. Вот такой букетик у нас должен получиться. Теперь мы его ставим в вазу. Хорошо его прикрепляем. Вот наша ваза с цветами готова.